Доброе утро всем. Мое воскресенье продолжается. Я уже сегодня в третьем магазине. Время 11 утра. Я уже приехала. Была на свалке, на базаре. Теперь приехала в обычный Goodwill, свой любимый, который на Холландели. Открылся он час назад, но здесь уже столько много народу. Все в машинах вообще просто заставлено. Пойдемте смотреть, если что-то там еще осталось для меня. Завалялось. Я сразу же возьму корыто, на всякий случай. Скидка на фиолетовый цвет. Даже если не куплю, пусть лучше будет с корытом, чем я что-то найду и буду в руке таскать, как в прошлый раз. Так, я вижу джинсы. Я вижу джинсы, но не те. Жалко. Я думала, это Rock'n'Revival. Bullhead. Джинсы Bullhead. Так. Ну что, куда мы с вами идем? Вот здесь музыка с Титаника играет. Смотрите, они все поменяли. Смотрите, здесь обувь стоит, и там обувь стоит. Интересно. А это мужскую они сюда перенесли, а там только женская. Поэтому предлагаю начать с обуви. И посмотрим, что здесь интересного. Да, здесь мужская, там женская. Что за такие мокасины интересные? Это женские, это совсем не мужские. Ну, скорее всего, что все перемешается, как обычно. Это невозможно следить, потому что люди берут одно, ставят другое место, и потом работники должны это переставлять за ними. Так, это что за фирма? Нет фирмы. Такие интересные. У нас не прохладно на улице. Я в джинсовке своей, но в магазине жарко. И я уже жалею, что я в джинсовке. Так, ничего я здесь интересного не вижу. Пойдемте в отдел женской обуви. Потом будем смотреть джинсы. В общем, все по плану, как обычно. Все по плану. Потом джинсы, потом барахло, потом все остальное. Так, что здесь? У меня были такие же Кензи, абсолютно новые. Я их продала на свалке, находила их. Так, что здесь у нас? Стив Мадден. Excuse me. Девушка с кем-то по телефону общается, поцелуй посылает. Ребенком, наверное, со своим. Так, что ничего интересного я, честно скажу, не вижу здесь. Born не продается у меня. За ботинки. Так, ладно, ничего интересного в обуви нет. Идем искать джинсы. Пойдем смотреть, что здесь есть сегодня в джинсах интересного. Начну вот с этой секции. Все по порядку. И выйду потом, если что-то интересное подберу здесь. Так, ничего интересного. Вот нашла одни джинсы. Хочу посмотреть, что за фирма. Называется она Гараж 09. Это размер. Фирма Гараж, в общем. 10 баксов они стоят. Такие вот рваные джинсы бойфрендовские. Посмотрим. Пистола. Так, пойдемте сходим туда в конец, где всякие разные посуды и так далее. Посмотрим, что там интересное, а потом уже... Пойду я рыться по одежде, смотреть, что интересное здесь найду. Так. Думала, там Мейдвелл. Ого, как музыка у них сегодня орёт прям.
дискотека 80-х. Короче, здесь я просто выключаю, не буду говорить, просто будет бэкграунд музыка, потому что здесь орёт нереально просто. Так, что здесь только что вынесли? Какие-то обувь интересная или неинтересная. Ой, как здесь вкусно пахнет кофе, просто вообще нереально. Так, я хочу вот здесь вот посмотреть. Вот эти вешалки, может быть, здесь кто-то повесил что-то обратно, и я найду. Так, мне нужна вторая рука. Я решила выложить те джинсы, они оказались дешевские на перепродажу, что я имею в виду. Так, что за галстук такой? CCL. Что за бренд CCL? Мне нужны галстуки от Трампа, пожалуйста. Где они? Здесь есть у нас? Или нету? Так, я пришла вот сюда вот. Посмотреть, что здесь из спортивного, может быть, что-то завалялось сегодня. Что-то интересного. Так, давайте посмотрим. Тренировочные майки. Тоже ничего интересного. Ай, так. Что здесь у нас есть? Томми. Ой, здесь жарко, нереально жарко в этом углу. Опять Adidas такая вот. Scotch and soda. $6 такой стоит. Стоит ли взять мне такое или нет? Я продала, у меня была одна скотч-н-сода. Давайте отложим. Одна скотч-н-сода, такой свитер за 35. По полной цене его продала. Долго он мне сидел, да. Кстати, в этом магазине, я вам уже говорила, когда здесь скидка на какой-то определенный цвет, то
ты не найдешь таких цветов. Вот сегодня фиолетовый, вот я в первый раз вижу фиолетовый, то какой-то гей, извиняюсь. Как специально. Что-то ничего интересного я не вижу пока. Лофт. Уже нужно летнее продавать, покупать шорты, смотреть майки. Сейчас пойдем с вами смотреть, кстати, это. Но здесь все равно тоже стоит посмотреть, потому что, может быть, найдем что-то хорошее здесь. Детский отдел. Сколько обуви для детей много здесь сегодня. Игрушки, которые я так и не разобралась, какие есть какие. Детская одежда есть. Мне интересно, сколько одежды детская здесь стоит. Дороже, чем взрослая или дешевле. Так, ладно, мы идем с вами сейчас в отдел для женский отдел. Вот, смотрите, Колумбия, допустим, стоит $4 такая детская. Колумбия не продается почему-то, не знаю почему. Смотрите, какой прикольный. Кожаный это ж. Или нет, не кожаный. $8 детская такая. Что они на детская цены загнули? Вообще оборзели, честно скажу. Детей-то хоть оставьте в покое, дайте хоть детям дешевле. Они все равно вырастут из этого быстро. Придется новое покупать. Сьюзи, Донакара, Нью-Йорк. Тоже детская, что ли? Ну, какой пальтишечка, он там интересно. Пойдем посмотрим. Так, где? Вот она. Здесь целый костюм, посмотрите, для девочки. Фирма называется Кабея Ша. Даже не знаю такую фирму. Это шерсть постиранная. Постиранная шерсть. Вот такие вот детские вещички здесь. Ладно. Идем дальше. Что интересно здесь такое на полу. Это газ. Пытаюсь еще раз посмотреть, может, что-то не заметила. Но, видимо, заметила все. Я перед тем, как приехать сюда, заехала в магазин, в русский магазин, купила себе пирожок с картошкой. Я теперь пахну как хлеб. Вообще. Так. С чего начать? Думаю, можно с самого начала. Хотя майки всякие здесь. Пойду с самого начала по порядку все начну. Нашла вот такую вот легкую кофточку от Теории, размер лач. $8, на скидке будет $4 стоить. Изо льна. Надо будет еще посмотреть, чтобы не было никаких дефектов. Нашла вот такую рубашку, она будет стоить 3,50 от J. Crew. Из хлопка, это для себя, для работы. Мне так понравился цвет такой приятный. Но тоже я еще посмотрю, стоит ли мне. Такая на оверсайз рубашка. Посмотрим.
Зашла в плюс сайз размер, смотрю, что здесь интересное. Томми. Томми. $4. Вот такой вот свитер. Смотрите, какой интересный. $4 всего стоит. Не знаю, Томми дешево продается. Сложим, посмотрим, может быть, для себя такой. Хотя у меня он будет огромный. Когда я одеваю такие большие, еще больше кажешься, когда надеваешь оверсайз на себя. Это прям слишком оверсайз. У меня какой размер? Это large, extra large. Так что 3 extra large на мне будет просто... Я даже не знаю, смотреться как. Ужасно, наверное. Посмотрим. Здесь всякие нарядные платьицы. Давайте вот так отодвинем. Вот так вот видно лучше. Очень много винтажных всяких разных платьев. Здесь смотрите, какое красивое. Вот такой у вас воротник. Фирма вот как называется. Aiden Mattox. Шелк 100%, $15 она стоит здесь. Блестяшки. Платье блестяшки. Дрючки. Так, что еще здесь есть, кроме блестящего? Чтобы не сильно блестяще. Так, это что за фирма здесь? Кардаш. Фирма Кардашьян. Никому не нужная фирма Кардашьян. Да, кстати, Кардашьян вообще поднялись реально ни с чего. Но деньги делают просто на всем. На всем, что только можно. Молодцы, что я могу сказать. Молодцы. Я все по привычке смотрю всякие свитера. Вот какой-то. Фирма называется Harper Heritage. А, вот он так сделан. Там сзади. Сзади так. Нарядное голубое платьишко, смотрите. В общем, так. Смотрите, здесь мебель у них есть. До сих пор. Говорили, что больше типа донейшн же не делают мебели в этот в Goodwill, но все-таки делают. Сказали одно. Смотрю, может какие-то платья интересные попадутся. Но пока ничего интересного мне не попалось, к сожалению. Я уже все, собираюсь уходить. Еще здесь посмотрю еще разок и уже все, буду уходить. Картины красивые. Thank you.
все, я буду ходить. Нашла вот такую мужскую рубашку. Фирма называется Lanzino. Достаточно дорогая. Такая новая. Стоит больше $100. $8 она мне здесь обойдется. Надеюсь, что я вот это смогу стереть легко. Это как типа кожа, что ли, здесь. Такая рубашка. В отличном просто состоянии. Мужская. $8 она мне будет стоить. Значит, вот это вот Tommy, которая стоит $4, свитер такой. Я не буду его брать, я его оставлю. Сюда. Эту рубашку я думаю возьму. Нет, пойдем в сторону, там девушка просто пытается подойти, я мешаюсь. Так, эту рубашку я возьму, она такая простая, легкая, 3,50 она всего будет стоить для меня. Теория будет стоить мне $4, размер large. Сейчас я ее посмотрю на всякие разные пятна. Если нет пятен, то я тоже ее, наверное, возьму. Ну и вот еще такая трофи, которая здесь написана. Футболка за $6 от фирмы Scotch & Soda. Размер P. В хорошем таком состоянии она, как новая. Ага, как новые пятна, которые как раз-таки не оттерутся, скорее всего. Вот здесь мелкие такие пятна, они по всей как бы распрызганы. Блин, жалко. На сегодня это все. Все, что нашла я в видео. Находки будет. Смотрите. Следующее видео. Не пропускайте. Пока-пока. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would.